Так, ребятки, девчатки, это у нас 22 августа 2021 год, Харьков, 23.09 по Киеву в Харькове. Полная луна, и, в общем-то, снимать мы сюда пришли. Ну, мы, это я и фотоаппарат, не считая моих воображаемых друзей и не менее воображаемых врагов. Но, правда, сейчас мне придется переключиться на съемки Юпитера, потому как облака его ненадолго открыли, а я там видел сейчас просто шикарную картину. Вот, во-первых, у нас Луна и Юпитер, вот они рядышком. Видно, да, в правом углу верхнем. Во-вторых, ожидал я, что увижу один Каллисто, спутник, один из четырех Галилеевых, рядом с Юпитером. А меня ждал такой огромный сюрприз. Я впервые видел спутник Ганимед на фоне Юпитера. Он перед Юпитером шел. Я это снимал на ISO 400, сейчас ISO 125, то есть минимальная светочувствительность. В принципе, при таких настройках должна быть максимальная контрастность. Не уверен, что света хватит. Хватает. Ёлки-моталки. Ну, я точно вижу. Ганимед, он сейчас, ну, практически уже по центру Юпитера. Прямо посерединке. Так, пробую резкость. Все, все бросил, это ветер, к сожалению, чуть-чуть поднялся. Ай-яй-яй. А тут всего несколько секунд осталось до того, как опять закроют облако. Юпитер, жаль. Но ничего, на предыдущем дубле можно посмотреть. Буквально посередине Юпитера сейчас чуть-чуть левее Ганимед. Европу, конечно, не видать. Все-таки контрастность хорошая при таких ISO 125, а вот света не хватает явно фотоаппарату. Хорошо, Денвера даже вон Сатурн появился, не буду пока его снимать. Почему нет у нас Луна облаками закрыта? Давай попробуем прицелиться. Тяжело будет с такими настройками ISO. Но может и получится. Получилось, я вижу. Сатурн. Конечно, меня немного обманывает то, что я в окуляр вижу все гораздо ярче и четче, а на мониторе это потом на экране компьютера. Это много более тускло выглядит. Едва видно, едва заметное эллипсоидное пятнышко. Ну, видно и кольца, по-моему. Ой, за облачко прячется наш. Но это небольшое облачко, сейчас оно пройдет. Хорошо. Опять. Ну, это просто фотоохота натурально. Вон там виден опять Юпитер и Луна. Все-таки сейчас буду увеличивать ISO. Не хватает света. Значит, это было 125, сейчас сделаю 200. Закончу на Луне. Иначе как-то в полнолуние все время уделить Юпитеру
Было бы некрасиво с моей стороны. А карман перед Юпитером между облаками сейчас большой. Может, что-то я успею снять. Так, хорошо. 23.14 по Киеву в Харькове. Это дубль, по-моему, третий, ИСО 125. Вам оно не нужно, а мне. Я озвучу для себя, чтобы смотреть, как это потом получилось все. Слушай, просто вот на глазах видно. Вот этой, на линии терминатора, вот этих бугорков еще недавно не было. Смещается линия терминатора прямо на глазах. Хорошо. 22 августа 2021 год, Харьков, 23.15 по Киеву, Харькова. Полнолуние. Все еще.